По итогам прошлого года в Одинцовском роддоме на свет появились около 3000 малышей. Рожать сюда приезжают из столицы и других уголков Подмосковья. А все потому, что качество обслуживания, высокотехнологическое оборудование, квалификация врачей медучреждения составляют высокую конкуренцию платным клиникам. Оценить работу родильного дома приехал глава муниципалитета Андрей Иванов. Современный подход здесь отображен уже в холле. На стене посетителей встречает интерактивная карта штатных врачей. Это вот как раз и наша доска наших врачей. Она такая очень интересная, интерактивная. То есть, имея, можно навести телефон, на... допустим, навести можно. Перейти в приложение, и у нас врач, презентация нашего родильного дома врача. Одинцовский роддом особо отличает прогрессивный подход к родоразрешению. По полису ОМС здесь можно оформить партнерские роды с мужем или другим близким человеком вне зависимости от родства. Для этого в медучреждении предусмотрено 12 отдельных палат с необходимым оборудованием. Также по желанию рожениц возможны вертикальные или водные роды и другие современные акушерские услуги. У нас еще джакузи есть? У нас также безопасно. Можно рожать еще таким экзотическим способом, в воде. Такая есть у нас возможность, необходимость, и мы тоже в воде можем благоустроить. Мы также приглашаем доулов с помощницы. Мы тоже приглашаем, у нас тоже есть контракт с доулами, поэтому то есть мы тоже не против этого, у нас есть партнерские роды. Стерилизационные автоклавы, передвижной, палатный, рентгеновский и ультразвуковой аппараты экспертного класса. Детский реанимационный столик. В прошлом году роддом получил сразу несколько единиц медицинской и вспомогательной техники. Теперь здесь можно делать практически все необходимые обследования. Для проведения сложных процедур в учреждении есть не только оборудование, но и сертифицированные специалисты для работы на нем, отмечает заведующий родильным домом Нарт Кунешко. Это врачи, обычно у них диплом международного образца, и каждый год они продлевают свои сертификаты. Вот. У нас в переродоме 3 таких врача есть, и поэтому мы получили такой экспертный аппарат. И мы начали делать скрининг первого, второго, третьего триместра. В рамках визита глава муниципалитета пообщался с пациентками медучреждения, теми, кто только готовится к рождению малышей, а также с новоиспеченными мамами. Все женщины особо отмечают чуткость и заботу здешнего медперсонала. После операции, то здесь любая помощь, она предусмотрена. После этого чуткое отношение, да? Да, она есть, и без этого никуда. Трепет, он чувствуется. Нам, как мамочкам, он очень важен после такого процесса. Он есть. Каждая мама с малышом при выписке получает подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева – комплект «Я родился в Подмосковье». В наборе более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка – одежда, средства ухода, аптечка и игрушки. А также приятный бонус – электронное свидетельство о рождении, которое значительно облегчает бумажную волокиту оформления документов на нового гражданина. Когда его получают, автоматически ребенка регистрируют в госуслугах, и родителям никуда не надо идти. Там сразу получают все документы, которые необходимы. Андрей Иванов в полной мере оценил все достоинства и нововведения Одинцовского роддома, но подчеркнул, что на достигнутом останавливаться не стоит. И поручил оказать медучреждению помощь в замене кардиотакографа – аппарата, позволяющего с высокой точностью фиксировать патологии в развитии плода и отклонения от нормы в процессе родов. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».